закончится Украина. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что я каждый думаю... европейский стран напротив России они настроили? Каждый европейский стран. Просто русофобия кипит. Школа у них, детский сад. Я даже боюсь, сяду на автобус, боюсь на русском разговаривать, потому что толпа летит, меня будет избивать. Из-за этого, когда мне звонят, у меня слезы, чтобы я не могу. Как евреи мучились, да? Вот. Да, да. Я понял вас. Вы не понимаете, они... норвежские школы, а? Норвежские школы, дети кормятся, это, посмотрите, вот это норвежская школа, о чем вы думаете? А? Думаете, сейчас в Украине это закончится? Это пи***ц просто я, можно от души что-то скажу? Говорите. Я твой мама, ебал, Сергей. Слава Украине! Пошел вон, мразь! Подожди! Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рад вас видеть! Я из Голландии! Вы не бачите? Нет, я из Голландии, Европа! А вы? Россия, сразу мощь Россия наша. Как вы молодцы вообще, когда еще один сюда. А как это украинцы на это смотрят все? Бомбит сразу, да? Вот это вот. А, смотри, они мне что говорят? Я просто в шоке, да? Я сам просто в шоке. Только что разговаривали с двумя украинцев. Они мне говорят, что в России, типа в России, нормальный, когда мужчина подарит цветы, белые розы, букета другому мужчине. Я говорю, чего, блядь? Вот солнышко, ты... Не, солнышко, посмотри. Ну ты из России, если видишь два мужчина, которого друг друга белые цветы, букеты подарят, что у тебя на голову происходит, солнышко? Что? Два х**ти. Я так думаю, что это да, но если честно, я такого не видела, не могу. Так это Россия! Вот два х**ти, да, согласна, а ты Наташа с**а, блядь. Вот это весь твоя Россия, блядь. Так это весть твоя Россия. Турки правильно говорят, что у вас мужчина нету. Женщина такие, как ты, Наташа, и русские пидоры. Жопа друг друга они ебут, блядь. Вот они друг друга жопа ебут. Это другой кайф, смотри. Али, пи***цы, два пи***цы встретились в одном букете. Вот второй флаг, я не понял, что это такое. Пишите комментарии. НАТО в хату, господа русофобы. То есть ты считаешь, что если я начну говорить про наши проблемы в моих роликах, что-то поменяется? Я, блин, уже 2 года здесь говорю именно о наших проблемах. Просто так случилось, что наша проблема внезапно совпала с проблемой Украины. Главной проблемой Израиля, начиная с 1953 года, был Советский Союз. А теперь его ошметок по имени Эрефия. Причина всех наших проблем с арабами, с их странами, с террористами, причина всех наших войн, все это берет начало в Москве. И даже нынешняя война с Хамасом, Хизбаллой и даже с хуситами, все это с подачи московитов и тех, кто их поддерживает. Так что я тут только о наших проблемах и говорю. По, скажем так, точности наведения, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? И это касается в том числе и циркона? Циркона, да. То есть если стоит перекрестие, можно вот как снайпер попасть в перекрестие? Практически да. Если вот стоит пятиэтажный дом, то мы прицелились в подъезд. То вот это вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно летает. Беда в интродакшн, то же самое. А не, зачем два раза? Еще раз?
Слава Україні! Расисты. Don't mess with Ukraine. Видите, тут у нас абсолютная поддержка. Есть, конечно, собаки, которые гавкают против Украины. Вот. Я считаю, что их вообще пускать таких в Америку нельзя. Надо депортировать. Я вчера с такими разговаривал. Которые... Кстати, не с России. Вот. Я даже удивился, они с Узбекистана. И они говорили против России, против Украины. Хотя сами от России настрадались. Ну, рабская психология. Там спорят несколько, рабская психология. Они хотят быть рабами, они хотят. А тот, с которым я общался, не знаю, не все такие. Я надеюсь, что далеко не все такие. Насколько он мы изведет Украину? Потому что Украина, они мне там такие угрозы были, что они могут все объединиться с Россией и пойти против Украины. Так я говорю, ребята, вы воевать не будете. Объединитесь с Россией, идете против Украины, все получите пизду. И все. Если украинский чернозем, то не все. Я вас обнимаю. Слава Украине. Украине, с любовью, с любовью.